В жизни каждого человека наступает момент, когда он расстается с беззаботным детством. Наступает интересный, очень значимый период. Этот период называется школа. Совсем скоро этих ребят родители оденут в белый верх, черный низ и поведут в мир знаний под названием «Школа». Будущих первоклассников для поздравления собрали в уютном каминном зале Центра культуры «Родина». Для детей выступили с праздничной программой творческие коллективы курорта. От администрации Анапы ребят поздравила заместитель главы Людмила Гузенко. Я думаю, что совместными усилиями учителей в школе, ваших родителей, обязательно ваша жизнь и ваша учеба будет интересной и счастливой. Благодарственные слова Людмиле Гузенко выразила от всех родителей Лилия Сушко, а сын-первоклассник вручил заместителю главы Анапы букет цветов. Для ребят провели конкурсы и игры. Детишки пели, танцевали, веселились. Каждому первоклашке преподнесли в подарок самую нужную и полезную вещь в школе – портфель. Будущий ученик Савелий ждет начала учебы с нетерпением. Учить примеры, читать, писать. После завершения праздничной программы первоклассники и их родители отправились к стеле воинской славы, возложили цветы и небо озарили воздушные шары. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа регион.